Всем привет из Португалии. Это у нас Витер. Охотник, да, который подстрелил кабанчика, который его жарит сейчас. Пим-пим. А это что у нас там? Соус секретный. Соус секретный. Там вино, бренди, куча специй. Вот. И обычно вот этим веником из лаврушки обмазывают, обжаривают и постоянно обмазывают макаем соус. Ага. Веник из лаврушки. Кстати, дает привкус специфический. Если просто жаришь без этого веника, вкус совсем другой. Ага. Вот тут угощает кабанчиком. Праздник просто так из ничего. Решили собраться соседи. А у нас тут деревня большая. Все как одна семья. Ты красивый, красивый. Я сейчас стеснялся. Это именинник, который всех угощает. Да, ну день рождения через неделю, конечно. Ну да. Тем не менее, решил просто заранее устроить небольшой праздник. Да, так что вот как-то так. В лучшие времена мы такие праздники устраивали каждый выходной. Кто-то набраконировал рыбу, кто-то мясо, приволокли в кафешку. Хозяйка бесплатно все приготовила, столы накрыла. Потом сидим, трепимся ни о чем. Да. И тут не все динозавры собрали. Тут дедушка, который не дождался кофе. Угу. Ветеран спецназа, вот тут дед поэт. Вот так он делается. Полосатые рубашки тоже ветеран десантных войск. Вот тут лысоватый черт. Через две войны прошел. Табо. Вот который в Зеленой футболке тоже, по-моему, где-то засветился в свое время. Ну, ладно. Вот такой у нас круг общения. Всем привет из Португалии.